24 апреля 2020 год, Харьков. То есть это-то, конечно, луна, но снимаю из Харькова, с 50-й параллели северной широты. Ай, красавица моя. Так, у нас через 3 дня, 7 апреля, полнолуние, суперлуние, то бишь луна подойдет по своей орбите на ближайшее расстояние к Земле. Кроме того, это будет ближайшее расстояние к Земле из всех перигеев, это так называется, за этот год. Перигеи, апогеи, перигеи, ближайшее расстояние подходит. Луна 356 тысяч километров будет. 356 900 километров будет от Луны до Земли. Ветерочек стих, прелестно, прелестно. Вот с такой скоростью Земля вращается, Луна вращается, камера стоит на месте на три ноги. Так, пытался сейчас снять МКС, ничего мне, вернее, то, что получилось, совершенно несмотрибельно. Резкость что-то не нашла камера. А я еще и не очень удачно гонялся за этим МКСом. Тяжело, конечно, при скорости 27 тысяч километров в час объекта держать этот объект в кадре. Ну и было еще довольно светло, в 44 минуты. Посмотрим, что у нас с Венерой. Венера сейчас 93 миллиметра. Батянь, я прямо сейчас записываю. Вон смотри, рядом с Луной сейчас будут видны Плеяды. Ой, с Луной. С Венера с Плеядами. Слышь меня? Тучка, вот зараза, не повезло. Ну ничего, Плеяды, ну оно похоже на скопление звезд, похоже визуально, как будто маленький ковш большой медведицы. Видел? Вот этот маленький ковш сейчас прямо Венера как бы в хвосте этой медведицы условной. Ну, или на хвосте Венера, на хвосте этой ручки ковша. Да не поймал я МКС, вернее, поймать-то поймал, но не сфокусировался, что это фотоаппарат. Вот это видишь, у тебя туча, а у меня, видать, эта дымка поганая не дает фокуса. Вот сейчас я вижу хорошо ковш. Я себе уменьшил чуть-чуть на фотоаппарате этот ISO светочувствительности, он... Он видит то, чего я не вижу. Я визуально этот ковш так еще хорошо не наблюдаю. Слишком светло. Батянь, да? У тебя бинокль? Беркут это? А, китайский еще. Давай, потом, через полчасика, тогда дома буду. Давай. Так, ладненько. Чуть-чуть отвлекся. Сейчас во время карантина родители с телефона лучше не сбрасывать. Пожилые люди. Надо бабушке позвонить, кстати. Что-то я совсем уже. Бабушке 90 лет, и так надо почаще звонить. А тут еще с этими карантинами. О, получше стало. Венера. Меньше сияния. Ага. Ладно, сейчас попробую навестись да отойти.
чтобы ни дрожание рук не передавать. Так, отхожу, все, камеру не держу, это все только ветер уже колеблет, колебает, заколебал. Сейчас подвину треножку чуть-чуть. Ушел. Да, Венера просто пролетает через экран. Вращается Земля, что ж ты поделаешь? О, я вижу свою тень от Луны. Вернее, тень-то от меня. Красавица. Венера, 95 миллионов километров. Недавно было больше 100. Приближается. Смотри, какая краса. Надо сейчас пофотографировать. Как гармонично Венера встроилась в Плеяды. Прям как всегда там и была. Пару дней назад она была ниже этого ковшика, а сейчас, ну, смотри вообще. Закатное небо. Сейчас попробуем пояс Ориона уловить. Не вижу. Не вижу я никакого пояса Ориона, а жаль. Может, на экранчике будет видно. Еще разочек в луну. Так. Так, сейчас еще попробую вот сюда. И все, и ушел. The ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. А зараза, ветер. Нехорошо. Совсем нехорошо. Опа. And the tears I cry, my children to the rescue, they gently fall upon your window. Сейчас подожду, может, стихнет чуток ветер. Пока зараза только усиливается. Да, ну ладно, при ветре снять не получится, конечно.
Лады, 4 апреля 2020 год, Харьков. Разгар карантина по поводу COVID-19. Ладно, буду сейчас фотографировать. Венеру нашу немилосскую.